В этом видео я расскажу, как снять фару с Toyota Auris. Вот такую заднюю фару будем снимать. Для этого надо. Открываем вот этот отсек в багажнике. Там, собственно, фара. Далее, вот эту пластмассу сильно обхватываем изнутри. И вот так срываем. Она на дюпелях. Далее внутри мы видим вот такие два основных крепления. Это раз. Ключик на 10 можно использовать. И верхний два. Они предварительно у меня уже были откручены. Иначе бы это заняло долгий период времени. Ну что, осталось вынуть лампочки сами. Так, вынули лампочки. Ну и осталось вынуть саму фару. Подцепляем. Лучше изнутри. Оп. Все. Вот она фара. Вот так вот она выглядит. Проблема у данной фары особо нет. Но проблема в машине, то что в салон после мойки затекает вода. Ну да, здесь видно, что резинки, в принципе, уже хана. По идее, если поменять эту резинку, проблема уйдет. И вот эта грязь, это все те признаки, что в салон льется вода. Потому что все забито грязью, есть щели. Вот так вот. Ну что, следующее видео я покажу, как можно исправить эту проблему на этой фаре. Все, спасибо за внимание, ставьте лайки.